Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня мы с вами поговорим вот о чем: вредны ли БАДы и спортивное питание. По сути, спортивное питание является теми же БАДами, просто специализировано своими дозировками, да, зачастую и, опять же, своей спецификой и направленностью на спортсменов. Мы вот это все два понятия объединим в кучу, будем называть, ну давайте БАДами, да, будем называть, значит, биологически активными добавками, и подумаем, туда же включаются протеин, кому, в общем-то, протеин-гейнеры, все объединим прям, да, чтобы кому-то было понятно, кому непонятно, что подразумевается под этим, туда же витамины, туда же микроэлементы и вообще все. Значит, вот в каких ситуациях это может быть вредно, в каких ситуациях это может быть полезно. В ситуации, когда врач принимает решение о назначении тех или иных БАДов, не просто, ну, из головы, из разряда, вы знаете, у вас там невралгия, ну, наверное, вам нужно там попить, не знаю, витамины группы В, ну, а все-таки руководствуясь какими-то анализами, исследованием, если невралгия, по крайней мере, в результате чего она образовалась. Вот. Ну, как правило, врачи все это исследуют, и мне еще, в принципе, в моей практике не попадалось, что пациенты приходили и говорили: вы знаете, нам назначили какие-то БАДы, но совершенно нас не посмотрели, совершенно нас не поисследовали. Вот. Поэтому с врачами, как бы, здесь, как правило, все в порядке. Другое дело, что когда вы обращаетесь к не медицинским специалистам за помощью, так называемым очень часто в Инстаграме нутрициологам каким-то. Есть, кстати, и врачи с похожими квалификациями, тоже нутрициологии, чего-то там еще. Вот. И это нормально. Другое дело, что когда вообще проблемой диетологии, проблемой питания, проблемой лечения, в первую очередь, других пациентов, да, людей, страдающих какими-то непосредственными заболеваниями, начинает человек, далекий от этого, да, заниматься, который закончил какие-то курсы, еще что-то, и вот тогда возникают проблемы. Но, как правило, он назначает какие-либо БАДы, такой человек, ну или не назначает, как это принято юридически говорить, рекомендует, но тем не менее он рекомендует эти БАДы, совершенно не исходя ни из чего, да, и когда вы смотрите магазин спортивного питания, и вам рекомендуют те или иные вещи делать то же самое, рекомендация идет достаточно общая, и, соответственно, сложно, да, сказать, подойдет на самом деле вам конкретно эта рекомендация или нет. Особенно очень часто бывает, я уже снимал этот выпуск, как в случае гейнеров, когда рекомендуют гейнеры для набора мышечной массы, а они создают инсулинорезистентность. От большого количества витамин группы В, когда мы не знаем, какой изначально сахар у человека, не факт, что он высокий, в моей клинической практике было такое, что у человека падал сахар. Потом то же самое, опять же, эти витамины группы В, они могут собираться в кучу, часто очень присутствует какое-то мелкое количество их в протеине, в каком-то комплексном, да, составе мультивитаминов человек принимает, и еще изолировано, может быть, даже потому, что ему врач посоветовал, а пациент умолчал о том, что он принимает какие-то БАДы, где есть тоже витамины группы В. Вот и получается, в куче он их и колет, и в протеине пьет, и в комплексе ест. И это, конечно, уже, ну, не совсем хорошо. То же самое может быть с любым другим там витамином, микроэлементом и так далее. Там от большого количества протеина могут нагружаться почки. Вот. А еще вот, допустим, в сторону протеина большого количества, да, все кто-то его очень сильно боится, кто-то его не сильно боится, наоборот, ест, в общем, там его и пьет и килограммами. Что могу сказать? Какого-то вреда, если у вас здоровые почки, все-таки протеин вам не принесет. Ну, по крайней мере, если вы совсем там его достаточно продолжительное время, там, не знаю, там полгода, год не едите на завтрак, обед, ужин и еще во время сна, вот, то я думаю, что как бы какой-то такой крайности тяжело будет достигнуть. И еще такой момент. Очень часто протеин не усваивается, поэтому здесь уже
будет речь идти о неусвояемости белка и скорее перегрузится кишечник, да, чем нежели перегрузится там каким-либо почки, да, образом. И у меня есть такая из фактически из начала 2000-х такая история призабавнейшая. Мы еще были подростками. Естественно, подростки 2000-х – это дети 90-х, все хотели накачаться, все хотели быть как Шварценеггер. Ну, как бы вот, так скажем, по крайней мере, там, мои друзья. Не знаю, как у вас, пишите в комментариях, кстати, кем хотели быть вы. В общем, суть в чем? Мы с приятелем решили накачаться. Ну, что нужно, чтобы накачаться? Фактически, мы, по-моему, еще что ли школу заканчивали, то ли еще в школу ходили. И, в общем, нужно много протеина. Ну, тогда реклама только пошла, волшебный порошок, качки пьют, ну, значит, надо пить, понимаете, да, все логично в детском сознании. Вот, значит, ну, надо где-то купить, надо заработать. Мы там, в общем-то, дополнительно я устраивался на работу, но еще одну там работал на этот протеин. Вот. И я купил, значит, протеин такой был, кто помнит, Атлант. Вот. И этот Атлант, его так, знаешь, берешь шейкер, бросаешь комок вот этот вот жижи непонятно чего, взбалтываешь, у тебя этот же комок с отвратительным запахом и остается. То есть он даже не взболтался. И ты вот как яблоко достаешь, такой помакал в воде и ешь, короче. Вот, не знаю, там, наверное, ничего не усваивалось, короче, ну, естественно, казалось, что жутко прет, вообще мышцы растут, как на дрожжах, вот, но суть какая? Суть в том, что вот из-за того, что я купил Атлант, я, соответственно, на этом и остановился, то есть я раз в два в день его пил, больше не мог, потому что пах он отвратительно, реально, вот, если вы были когда-нибудь в сельских туалетах, мне кажется, после взбалтывания, то ли генер, то ли у меня протеин был, вот этого я не помню. Но, короче, вот эта жижа, она пахла как сельский туалет, прям реально. Мне кажется, и делали там же, просто зачерпывали, высушивали. Вот, поэтому вот так вот. Ну, суть в чем? Суть в том, что я бы, наверное, делал, возможно, так же, как мой приятель, и пил бы его гораздо больше протеин. Ну, вот у меня попался вонючий протеин. А он такой хитрый, он на самом деле умнее меня был. Он, короче, скопил денег больше, то есть я купил такую квадратную небольшую пачку, и совершенно я, в принципе, там долго на него не копил, я с первой же зарплаты и купил. Он ждал там несколько зарплат, значит, скопил денег и заказал его, купил его не в магазине спортивного питания, заказал его через питерский магазин спортивного питания, он, кстати, до сих пор существует, и заказал импортный качественный протеин. Пришел протеин, прям целый, вот как сейчас помню, такой рюкзак, он нас так впечатлил, блин, мы говорили, все, вот, ну, не буду называть имя, в общем, парень сейчас говорили, накачается, короче, все это была зависть, там, всем пацанам он показывал, там, в гости мы к нему приходили, такой сундук целый с протеином, и он, значит, начал его пить на завтрак, обед и ужин, но мы были студентами, или в школе? Нет, слушайте, мы были студентами, да-да-да, это был первый, наверное, курс, может быть, уже не подростками. Ну ладно, неважно. Короче, смысл в том, что что-то нам было некогда тогда жутко, что-то научились, по-моему, наверное, я был студентом на первом курсе, вот сейчас не вспомню уже. И, короче, смысл такой-то, что да, мы поехали, да-да-да, я был студентом, потому что мы собрались, да, в Самару мы собрались. Да-да-да. И, значит, уже в Самаре мы стоим на железнодорожном вокзале, собираться обратно в Москву решили. И стоим, короче, и был такой день, мы куда-то зашли в тамбур, там, короче, тихо достаточно. То есть вот такой момент поймали, когда, знаете, звуков нет, то есть поезда не проезжают, что-то вот тетка это ничего не говорит. И то ли утро было, короче, для вокзала удивительно тихо. Я слышу, как будто что-то капает или льется. Я голову поднимаю вверх, а там какая-то, я не знаю, там крыша вот эта стеклянная. Что-то не пойму, откуда такой странный звук. Опускаю голову вниз и вижу, что у него из штанов там, в общем-то, льется. И я говорю, боже ты мой,
В общем-то, кажись, беда настала. В общем, тут у тебя авария, а он не поймет, какая авария, говорит, где. Ну, то есть, ну, не чувствует. Я как-то вот, ну, то есть, блин, мне не хочется его обижать. Это был мой один из лучших моих друзей. И я как-то говорю, ну, вот вниз, вот туда посмотри. Он смотрит вниз, а у него как-то вот сзади все это протекло, в общем. А он смотрит вниз себе вот куда-то. И он сначала не поймет. Короче, через минуту до него доходит, он смотрит вниз на шорты, там, в общем, беда, кошмар, там побежал в туалет, все это, в общем, как-то вычищать. Благо, у нас с собой были вещи, он там же переоделся. Вот. Но суть вот такая, понимаете, о вреде протеина. Вроде бы человек от этого совершенно не умер, но был жуткий конфуз, дорогие друзья, жуткий конфуз. Поэтому, собственно говоря, ну, не, значит, не злоупотребляйте веществами, даже такими безобидными, как БАДы, потому что могут происходить курьезы. Один мой приятель наелся йохимбина, и у него была неконтролируемая эрекция. Он работал тренером, и в общем-то, ну, как, вот как-то человек вынужден, понимаете, тренеру, который популярный, у которого каждый час расписан, у него был расписан каждый час. Это не вариант в час пик, в будни отменять тренировки. И с постоянной эрекцией человеку пришлось вести тренировки, как-то что-то привязывать, там завязывать, я не знаю, что он делал. Вот. Но он прибежал ко мне, как у врача, начал просить какую-то помощь. Он сразу сказал, что кроме вот, да, каких-то обычных, нетипичных вещей, он выпил йохимбин, в 3 раза превысил дозировку. Ну и, в общем, такая штука случилась. Ну и, соответственно, ну что, я не знал, что ему посоветовать. Честно, ситуация нетипичная, тем более в рамках фитнес-клуба у нас не было возможности даже там в аптеку сходить. Там седативные какие-то, ты ничего не купишь абсолютно. То есть можно, конечно, было бы там попробовать что-то решить теоретически, но нет такой возможности, нет на это ни времени, вообще там это очень долгий процесс до аптеки было идти, потому что это час пиковая ситуация, Москва, никто ждать тебя не будет абсолютно. Вот, поэтому, соответственно, вот такой курьезный случай был. Поэтому, как правило, какого-то вреда применение избыточное БАДов не несет, но несет курьезным случаем. Но может быть и вред для здоровья, и развитие других различных заболеваний уже от субклинических проявлений до хронических заболеваний может проявляться. Если вы, допустим, у вас был тиреотоксикоз там субклинический, вы этого не знали, йода с селеном напились, наелись. Вот йод я сейчас открываю, Herbs, да, мне говорят, для детей вот витамины хотим купить. Там я посмотрел все анализы деткам, да, открываю, везде йод. По 200 микрограмм, соответственно, на дозировку, на одну для ребенка. Почему так сделали? Ну, не везде, ладно, ну, пару фирм вот таких я нашел, по 200 микрограмм было, где-то по 100. Зачем ребенку йод? У него там абсолютно в норме все анализы тиреоидные, я сам все смотрел. Там совершенно йод не нужен, там вообще нужно ребенка просто не трогать. Ну, щитовидки, да, там в плане, ну, там какую-то общую витаминизацию хотят. Ребенку немножко там есть некоторые проблемки, но нужны витамины группы В, но никак витамин не йод. Вот, поэтому как бы с йодом мы решили вот отказаться. Я нашел витамины не йодные, но это кошмар, если бы люди купили сами, ребенок бы грузился йодом в таких больших дозировках, да, ненужных совершенно ему. Ну вот, поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. Единственный путь употреблять БАДы – это советоваться с врачом. Потому что, к сожалению, самоназначение очень редко ведет к каким-либо положительным результатам. Есть такие случаи? Есть. Есть, когда вы можете доставить себе, ну, какую-то пользу для организма, да. Но в целом в большинстве своих случаев применение БАДов неконтролируемое в лучшем случае просто не даст никакого результата. В среднем это будут какие-то курьезные случаи, да, или субклинические заболевания, которые вы не отследите. И, соответственно,
какие-либо проявления будут яркие, если у вас уже есть заболевание, и этот БАТ, наоборот, как бы обострит это заболевание. А что это может быть? Ну, вот вам пару случаев я рассказал. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, я вас жду в своем инстаграме. И не забудьте про то, что у меня есть консультации онлайн. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!